Петропавловске впервые прошел областной фестиваль «Шок-Теолем». В нем приняли участие артисты с особыми образовательными потребностями, а также ребята, оставшиеся без попечения родителей. Мы взяли две категории таких деток, потому что обычно дети в таких направлениях остаются без внимания. Как мы знаем, этот год объявлен годом детей, и нам хотелось провести что-то такое масштабное, интересное. Мы охватили 140 детей, более 140 детей. От имени главы региона всех участников творческого фестиваля поприветствовал его первый заместитель Марат Тасмагамбетов. Уважаемые родители, педагоги, нам необходимо помнить, что дети с самого раннего детства начинают впитывать информацию из окружающего мира. Чем больше позитивной энергии ребенок получит в детстве, тем благополучно сложится его дальнейшая жизнь. Не следует забывать о поддержке. Нужно верить в своих детей, в их таланты и возможности. Вера поможет состояться им в жизни. На фестивале ребята демонстрировали свои таланты в 6 направлениях. Соревновались в вокальном, инструментальном и литературном видах творчества. Показали возможности, связанные с декоративно-прикладным и изобразительным направлениями искусства. Свои работы на фестиваль прислали около 60 ребят. Видно, что каждый подошел ответственно и постарался проявить себя. Вернемся на сцену. Летняя Самира Самамбетова приехала на фестиваль Жамбылского района. Школьница открыла творческое состязание. После выступления призналась, что очень волновалась из-за отсутствия сценического опыта. Это песня моей бабушки с дедушкой. Я очень их люблю, уважаю и решила спеть про них. Что за прелесть, эта песенка? Влезь вместо поцелуем, шутка высота, в непростой, моим мечтам. В областном фестивале участвовали артисты в возрасте от 8 до 18 лет. Их пришли поддержать друзья, учителя и родные. Своего выхода на сцену ребята ждали в зрительном зале. Карина Мейрам и Санжар Бахиджан тоже решили побороться за награды фестиваля. Ребята учатся в городской средней школе номер 6. Сегодня сыграем попури. Мы рады, что участвуем в таком фестивале. Я в основном играю на домбре на школьных мероприятиях. Здорово попробовать что-то новое. Волнуйтесь, есть ли какие-то переживания? Нет, я на сцену уже 7 лет выхожу, так что мне волноваться нечего. Участников и призеров областного фестиваля «Шок-Теолем» наградили грамотами и памятными призами. Дарья Пашманцева, Казбек Рыкбаев, МТРК.